Помню, что именно прессинг в итоге принес сборной России тот единственный гол, который был забит. И сейчас сборная Турции выходит в опаснейшую атаку. Удар по воротам Акинфеева. 1-1. Это Юнес Мали забил. И с выноса вратаря практически, да? Да. Увы, не удалось отыграть и этот матч на ноль. Это было так нужно. Нужно с точки зрения обретения уверенности. Посмотрите, провал нашей обороны. Провалилась центральная зона. Игнашевич успел сместиться, но тем не менее не успел помешать Мали нанести удар, который по-настоящему получился. До этого, когда наносил удар Ундер, мяч свалился с ноги, а здесь удар получился таким, как Мали его запланировал. Аккурат под штангу, и у Акинфеева уже не было, по сути, никаких шансов. Да. Ощущение игры как будто на авось. Да? Внимание, уважаемые нам зрители, не забьют за ситуацию. Кому там замена. Попадать в славу.